Сегодня у нас одна маленькая фишка. Как спасти молоко, если вы прозевали и оно пригорело? То есть дальше с вот этой пригоревшим дном, так сказать, дальше кипятить молочко и тем более делать там кашу уже, конечно же, нельзя. Значит, самое главное правило. В общем, вы прозевали, потом раз ложкой, слышите, а там на дне уже все пригорело. Ничего больше не мешайте. Не надо все это размешивать. Вы можете уже с дна вот эту гарь уже сошкребать, и она будет перемешиваться с молоком. Не нужно этого делать. Это уже ничего не поможет. Просто осторожно возьмите другую кастрюлю, прекратите что-то мешать. Другую кастрюлю берите, чистую. Осторожно перелейте туда молоко. А эту кастрюлю просто замочите с пригоревшим, так сказать, дном, вернее, молоком на дне. И все, и она вам уже не нужна. А у вас уже новая кастрюля, в которую вы перелили ваше горячее молоко. Или в крайнем случае вы уже закинули кашу. Все, перелейте туда и осторожно, уже более внимательно тогда начинайте колотить именно в новой кастрюле.